Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Snap от Marvel. Давненько не заходил, так что пора немножко тряхнуть, как говорится, с картишками. Заберем свои 50 кредитов. Так, Шури. Там дается карта Шури. Сколько она стоит? 3000, а у меня 1800. Ну, соответственно, Шури мне недоступна. Ну что, поехали. Первый бой, как говорится, для разминочки. Джеймс Ховлит. Росомаха, мое тотемное животное. Хорошо. Твое тотемное животное. Так, на шестом ходу на этой локации можно перемещать карты. Все, я понял. Ой. Не хотел я этого делать, если честно. Рука просто сама потянулась снэпнуть. Ну что, тогда морду поставим сейчас. Угу. Санспот. Без способности получает плюс 3 к силе. Давай так сделаем. Так, ну мне нужен Киллмонджер на самом-то деле, друзья. А вот и Киллмонджер. Но я пока делать ничего не буду. Я сделаю, наверное, вот так. Здесь сила самых сильных карт удваивается. Ну а что будет, если я тебе вот так сделаю? Ага. До свидания. Так, что же дальше? Дальше мы сделаем, наверное... Вот так. Угу, мистик. Хавк. И... Ну что, у нас это постоянные способности, да, у нее? Нет, перераскрытие. Ну что, он там, наверное, сделает какое-нибудь перемещение, наверное, да? А мы что можем сделать? А мы поставим тогда Дума. Мы поставим Дума. Посмотрим, что там у него еще будет. Ага. Ну, понятно, понятно. Все, все, я понял. Надо было сюда, наверное, нам все-таки ставить, ребята. Пса. Ну, видишь, я пса уже выкинул, поэтому... Проиграл. Ну, вот здесь вот только проиграл, ребята. Ну, здесь понятно, что ничего не светило. Даже если бы я сюда поставил бы Шан-Чи, это все равно ничего бы нам не дало. Так, 46-й ранг. Первый мой проигрыш на сегодня. Ну, я расстраиваться не собираюсь, ребят. Я, наоборот, собираюсь выровняться. Может быть, даже и перепрыгнуть. Может быть, 47-й ранг точно будет у меня сегодня. Prime End. Стражам тоже нужна любовь. Блин, ну что это? Ну что это? При раскрытии на следующем ходу вы получаете один к энергии. Карты стоят на один меньше. Ага, Вонг.
У него постоянные эффекты, да? Ну что же, ребята, постоянные эффекты мы ему сейчас и вырубим. Я хожу первым, так что пускай даже... Ведь первый же у меня рамка подсвечивается, ребят. Ну да, у меня, у него вон тусклая рамочка. Агент Колсон. Санспот. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам. Так, что бы мне здесь делать? Ну, если я поставлю Дума. Вот здесь. Так, вот эту штуку тоже надо выкинуть. Погнали. И последний ход. Так, ребят, ну что, ставим тогда... Так. Так. Ну и, наверное, вот так. Поехали. Посмотрим, что он там сейчас придумает. Давай, чудило. Ну ладно, допустим. Не, парень. Не. Хотя подожди. Нет. Не получилось у тебя. До свидания, как говорится. 8. 8 баллов мы вернули. Отлично, ребят. Я же говорю, тут раз на раз не приходится. Где-то проиграешь, где-то выиграешь. Давай-ка заберем, наверное, нашу награду здесь. М-м-м, 155, маловато. Маловато пока кредитов. Надо где-то, чтобы было хотя бы 300. От 300 уже можно плясать. Ну что, ищем следующего противника. Это у нас Лорда. Злой близнец. Даже так. Злой близнец. Ну, у меня не очень хорошая рука пока. Ну, естественно, можно носорога поставить будет. Только надо определиться, куда. Сюда можно поставить, в принципе. Где-нибудь в конце. Я сомневаюсь, что он сюда рискнет кого-то ставить, чтобы терять одну единицу силы каждый ход. Ой, закончить ход. Я же сижу, жду, думаю, что такое. Айсмен. Карта здесь получает минус 2 к силе. Отлично. О, вообще шоколадно. Давай я так сделаю. Вот так вот. А там посмотрим, что он там будет. Гоблин. Окей, гоблин так гоблин. Что тут надо сделать? Давай я вот так сделаю. Йонду. У него там, понимаешь ли, Йонду был. Я делаю вот так вот. Friendly
Да ладно. Все. И последний, ребята, ход. Да, можно, в принципе, и сюда поставить, да? Или сюда. Я думаю, роли не играет. Давай так сделаем. Все равно 5 карт дума. Тут и 5 карт дума. 2 карты дума мы вытянем. А он сейчас сдастся, скорее всего. Он, скорее всего, сдастся сейчас. Угу. Хотя он может сюда кого-нибудь поставить и сюда. Но спасет ли его здесь? Тут у нас Петифан будет. 6 баллов. Посмотрим. Так, я не могу понять. Опять на сервере или это он тянет время? Наверное, он тянет время. Сданул, можно так сказать. Нет, смотри-ка. И чё, куда, кого? Проиграл ты. Хе-хей. Проиграл. Ну что, неплохо, еще 8 баллов. Итого у нас 48 ранг. Как и обещано было, ребят. 48 ранг берем. Плюс выполнили задание. Сколько нам там кредитов за это? 50. Так, тут сотка, сотка и сотка. Слушай, 300 кредитов будет еще. Плюс те 200. Отлично. Это 500 кредитов сегодня можем набить. А 500 кредитов это одна ультимативная карта. Грейс Багел. Что-то знаком. По-моему, мне он выпадал уже когда-то. Ну понятно, подтасовывает скалу. Дэдпул. Так, ребята, мне знаете, кто нужен? Мне нужна броня. И я не шучу. Так, что же он там хочет? Давай так сделаем. Карнейдж. Веном. Так, ну Венома, в принципе, я не боюсь. Я могу сделать вот так. Слушай, у него как там? А, у него при раскрытии, а мы убираем постоянные эффекты. Да-да-да-да-да, не сработает у нас получается, да? Ну а что, если я сделаю вот так вот? Подожди, вот это вот надо убрать, карту вот сюда. Блин, где броня, когда она нужна, а? Скажи-ка мне на милость. Где броня? И последний ход. Я даже не знаю, что он тут может сделать. Что он может чудануть. Хотя, наверное, знаю. Давай попробуем так сделать. Он ставит Дэдпула плюс... А, нет, Дэдпула ему не выгодно сейчас ставить. Так, смерть, Дэдпул и скала. Ну, ребята, видите сами. Если бы не вот эта смерть, конечно, он бы проиграл бы.
Оставить сюда Шан-Чи. Кто же знал, что он сюда поставит смерть? Я думаю, ты понял, да? Я тебе могу только сказать одно. Если бы мне выпала бы броня, карта броня, все, он бы здесь доигрался бы. Но ее не было. И вот это вот, блин, не знаю, ребята, у нас постоянных эффектов очень мало. Мне кажется, надо убирать вот эту карту. Чаровница. Толку от нее как-то маловато. Ох, волчица, давно ее не было. На шестом ходу нельзя разыгрывать карты. Да, и что ты думаешь? Ну, перекинул ты мне ее. Наивный глупец. Постоянные эффекты здесь удвоены. Что если я сделаю вот так вот? Морбиус. Ага. При раскрытии. А вот здесь у тебя постоянно плюс 2, да? Снимем с него, ребята, естественно, постоянные вот эти эффекты. Даже так. Что он сделает? Что он тут может сделать? Если честно, я не знаю, что он тут может сделать, но я поставлю сюда дума. И все? И все? А, нет, последний ход еще. Конечно же, ребят, как это? Как это так? Лишь бы не ошибиться. Так, Вонга мы сюда заберем. Мы же ходим, да, мы ходим. Вонга я заберу. Он не успеет сюда, если даже он выложит какую-то карту. Так. Ну и все. Ну и до свидания, парень. Зачем Морбиус он брал в эту колоду? Я ума не приложу. Зачем он здесь вообще нужен был? По приори непонятно. Я не видел, чтобы у него какие-то там сбросы были, еще что-нибудь. Странно, конечно. Так, у нас же еще тут корячится, да, 100 кредитов. Но мы это получим. Так, уже 14 карт идет на улучшение. Так что давай еще поединок. Там два невыполненных задания, плюс не забывай, я могу себе позволить откат. Откат на задание. Ну что ты будешь делать? Магнета, то ты мне выпадаешь, то ты вообще не выпадаешь. Так, плюс 5, если здесь одна карта. Агент. Ты посмотри-ка. Блин, теперь мне нужен Хиллмонджер, друзья. Где же его взять-то, а? Так, он сколько стоит? 1-2. Блин, Хиллмонджер нужен. Ай, так, если вы разыгрываете карту с базовой стоимостью 3 или 4, она перемещается сюда. То есть я могу сломать вот здесь вот, да? И переместиться сюда. Ну и отлично. А, вот это уже хорошо, вот это уже приятно. Ну, посмотрим, что он там сейчас придумает.
Так, ну что, у нас есть Killmonger. Мы можем его применить. Ну, броню убирает, и тогда уничтожаем эту. И последняя карта, соответственно, мы ставим Дума. Тут даже думать нечего. Нет, парень. У тебя этот фокус не прокатит. Ха-ха-ха-ха. Съел. То-то и оно. То-то и оно. Охламонище несчастный. Да, мы выполнили еще одно задание. Мы выполнили еще одно задание. И сколько там еще остается у нас? Выиграйте на всех трех локациях в матче. Выиграйте матчи. А, так тут у нас уже идут чисто эти. Тут кредитов нету. Тогда давай сделаем откат. Мы сделаем откат по заданиям. Так, у нас сезонный пропуск еще, кстати. Давай посмотрим. О, еще и здесь 200 кредитов. Ну, слушай, это вообще шикардос. Мне на кредиты надо. А, вот тут еще есть, ребята, 2,6. Давай заплатим. Ну и прекрасно. Все, я готов. Я готов. Может быть, сегодня вдруг получится все-таки платишок взять, а? Как думаешь, 50-й ранг дано нам взять или нет? Если долго мучиться, что-нибудь да получится. И на каждом ходу вы не можете разыгрывать здесь свою первую карту. Мантис в трубу улетела. Здесь нельзя уничтожить карты. Понятно. Ну что, морда, давай. Кейбл. Так, если вот здесь... Ага, то вы получаете вибраниум. Свою колоду. Давай сделаю так вот. Так, замечательно. Ну что, ломаем? Давай ломать. Если он там надеется, что это его спасет, то пускай даже не надеется на это. Так, этот сколько? Две. Мы можем только мантис здесь уничтожить. И это максимум. Два, три, пять получается, да? Ну давай сделаем так и вот так. Запечатал. Красавчик ты какой. Какой ты красавчик. Ой, какой же ты красавчик. Так, что мы можем сделать? Мы можем сюда... Сдался. Ха-ха. Молодец какой, а.
Душнило, думает, что на лопуха попал, ага. Заблокируйте все, и он ничего не сделает. Конечно. Держи карман шире. Забираем наши награды. Здесь собираем 100 кредитов. 10 золота, 100 опыта. И прокачаем какую-нибудь карту. Я бы, наверное, Дума качнул бы. Мне кажется, он бы не помешал бы нам. Или Вонга. Но я все-таки, наверное, качну Дума. Блестящий логотип. Опа, хранилище коллекционера. Шанна. Оу. При раскрытии добавляет случайную карту с базовой стоимостью 1 на каждую локацию. Серьезно. Беспонтовая какая-то карта Шанна. Как по мне. Давай, Дум. Анимированная рамка. Ультраредкая. Значит, мы еще получим, да, один сундук. Так, 10 бустеров. Это на Анжелу. А здесь 200 жетонов. Ну вы серьезно. Вы сейчас вот это серьезно? 200 замызганных жетонов. Погнали. Каких-то 200 замызганных жетонов мне дали. Ё-моё. 1200, я еще понимаю, но 200. Нехорошо. Так, в плане поиска противника мы же нашли. Вот Данил 2008. Чё ты мне там втираешь-то? Уже пургу как-то понес. Так, если вы здесь разыгрываете карту, вибраниум, да, подтасовывает. Ну, кстати, вот здесь вот надо, ребят. Вибраниум 1-4, я считаю, что это топ. Блин, еще и добавляет белку в каждую локацию. Ну, зачем это? У нас есть киллмонжер, так что я от белок, ну и он тоже, в принципе, избавится. Вот так вот, да, значит. Ну что, попробуем запечатать. Я первый хожу, первый. Печатаем. Пускай он кого хочет сюда ставит. Мы просто перекрываем ему кислород. И все. О, какой молодец, ты посмотри. Красавчик. Он просто, ребята, красавчик. Ну что же, я предлагаю, наверное, сделать вот так вот. Неудачно. Так, теперь что? Теперь вот так вот сделаем. Пускай он там радуется, что хочет делает. Ага. Так, ну и последняя карта, это, конечно же, Дум. Хотя я могу ему... Да, я ему могу все подпортить, абсолютно все, ребят. Вот таким вот образом. Блин, я... Подожди. Стоп. Ребята, у меня один вопрос. Почему Киллмонжер... Почему Киллмонжер не уничтожил вот эти карты? Ч
Че-то я немножко не догоняю. А, у него же вон пес стоит здесь. Ё-моё. Я смотрю, у меня пес стоит на другой точке. Он своего пса поставил. Да-да-да-да-да. Ну ладно. Да, минус 8 баллов, конечно, обидно. А что сделаешь? 8 баллов профукали. Теперь надо как-то их отыгрывать. Блин, почему же я не подумал, что там разрушитель у него, а? Поставил бы туда шан... А, не поставил бы. Там у него, опять же, собака. Опа, выкинули у меня броню. А у него... А, у него динозавра. Все. Все, ребятушки, я понял. Нифига себе, Один выпал мне. Так, карта сил ее удваивается. Ну, мне тут ставить некого. Ну что, морду ставить, что ли? Ну, давай сюда поставим морду. Вот опять же, санспот. Где? Где Киллмонджер, когда он нужен, а? Где он? Я не вижу, друзья, Киллмонджера. Теперь вижу. Так, двоих убираем. Смертушку он здесь. Ух! Ага. Смертушку. Не получится, ребят. Смертушку. Сила удваивается, да? Ну что, Один оставить или как? Да давай я сделаю его вот так вот. Не, вот так вот. Ха. Проиграли, да, опять? С этой гаморой. Ну, ёпарасоте. Нет, а здесь, ребят, я не мог бы поставить Шан-Чи, потому что здесь стоит у меня пес. И Шан-Чи, он бы просто бы не стал бы бомбить. Подожди, или стал? Нет, не стал бы. Он при раскрытии же, у него не постоянный эффект. А с Гаморой, да, Гамора не подходит под категорию 3 или 4, поэтому магнит не смог ее притянуть к себе. Итого 8 плюс 4, 12 баллов в минус. Хорошее продолжение, я тебе скажу. Очень хорошее продолжение. Ладно, ребят, расстраиваться не будем. Оно того не стоит. После каждого хода все карты получают плюс 1 к силе. То есть сюда можно, в принципе, ставить броню. Но если он туда начнет ставить свои единички, типа санспота и тому подобное, то это будет плохо. Ну давай, Ката, ходи, чем делает там уже, думает. Разрабатывает стратегию. Так, только не говори, что это от меня идет ожидание. После третьего хода, так, на локации добавляется глыба. Проигравшего. Будем ему закидывать тогда глыбы. Но это после третьего хода. У меня нету... У меня следующего хода нет. Вот в чем беда. Да как ты долго там ждешь-то, Ката? Ну, серьезно, давай.
Мне надо еще успеть отыграться. Че-то до последнего прям вот невозможно. Тянет до последнего. Сразу вспоминается мне растение против зомби-герои, когда там любители вот эти вот до последнего сидеть. Все, он наступил. Жалко, один балл всего лишь получили. Это ни о чем, конечно же. Забираем. Так, ну смотри, мы можем с тобой карту еще одну улучшить. Давай глянем, какую тогда. Вот, например, можно чаровницу. Получает она блестящий логотип. 50 кредитов, даже до бустера не дотянули. Улучшить карту. Еще 5 карт нужно улучшить, но вряд ли у меня получится. Блин, что-то я пить захотел. Сегодня соленого ерша поел. 3, как говорится, хвоста съел. Что-то мне пить хочется неимоверно просто. Слишком соленое. Ну что, закончить, конечно, пока у меня нету тут чего. Какая же она вкусная водичка, а? Нифига, у него морда есть. Я не поверю, что у него... Да, морда, ребята. Интересно, что он у меня вытянул? Какую карту, а? Даже так? Давай еще морду одну поставим. Ага. Блин, а что сделать-то мне? Я догадываюсь, что он сюда хочет поставить. Но прав ли я? Давай проверим. Это хорошо, ребята, это нам на руку. Вонга печатаем. Конечно же, печатаем Вонга через собаку. И помимо этого... мы еще поставим сюда носорога. Обломался ты, парень. Ой, как ты жестко обломался сейчас. Просто по жесткачу. Да, ребята, просто по жесткачу у него обломчик получился. Поэтому уж не знаю, что он там сейчас замутит. Все? Скушал? Фига он себе, две этих, да? Белые тигрицы у него были. Жук навозный. Захотел мне через Вонга разыграть. Да не тут-то было. Иди там на губной гармошке играй. С своим Вонгом. Так, сезонный пропуск. Что у нас там выходит? 500 кредитов. Вау. То есть еще карта улучшается. Блин, ну это фарт. Так, а ведь я могу, наверное, улучшить. Думаю, не могу улучшить почему-то. Да, не могу. Ладно, хорошо. Раз его не получается, давай тогда
погоди. Во, во. Бесконечная, вонг. У нас получается дубль. Тиш, тиш, такой. Баки Бернст. Это кто еще такой? При уничтожении создает карту зимний солдат вместо себя. А, ну это просто скин другой. У меня же он есть. Баки Бернст, так, медуза и еще 50 кредитов. Да, получить, конечно, получить. Где у нас Баки Бернст? Он, по-моему, стоит 2 единицы. Вот он, ребята. То есть, прикинь, ты берешь вот эти вот две карты. Да под Карнейджа. Ай, красота была бы, да? Ай, это было бы вообще топово на самом деле, потому что... Потому что он у нас становится... Блин, я уже не помню, зимний солдат, он сколько там? По-моему, у него сила идет 6. Да, у него идет 2-6. Прикинь? Прикинь такую мощь. 2-6 просто. Опа! С 2. А 6-6 это 12. 12 силы на одной дорожке. Плюс Карнейдж еще набирает силу. Вообще шикарно. Ну, рука, как всегда. Ни туда, ни сюда. Вообще. После 4 хода здесь больше нельзя разыгрывать карты. На килне. Опа, на. Это что такое? При раскрытии берете карту на следующем ходу, и вы получите 1 к энергии. Что он там творит? Камень души у него. На другую локацию. Да ладно, у него хочет сказать, что уж все 6 камней, что ли? Это постоянно... Нет, это при раскрытии. Так, сейчас этот же появится. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну да. Как его звать-то? Танос? Давай пока не поздно сделаем. А уже поздно, да? Давай хотя бы так сделаем. Я не знаю, что тут, ребят, можно сделать, что замутить. Этого можно убрать отсюда. Либо же... Давай проверим. Но мне кажется, я здесь проиграл. Так, 10. Сюда он сейчас натыкает карт. Когда нужен киллмонжер, ребят, его нету. Уж киллмонжер мне нужен был, но его мне не дали. Поэтому проиграл. Был бы киллмонжер,
Разорвал бы его там. Но его нету. Как специально, вот когда он нужен, его не дают. Когда он нахрен не нужен, его тебе толкает. Просто набери, да не нужен мне, набери. Когда дайте, дайте, получи, как говорится. Броня мне там нафиг не нужна, они мне ее подсовывают. Когда она, блин, нужна, ее никогда нету. Это рандом дебильный. Ничего ты с этим не поделаешь. Так, карта случайным образом перемещается на другую локацию. Давай я так сделаю. Какое? Давай поставим броню. Броню и... вот так. Ну все, эти ребята так и останутся здесь. До пятого хода. Они вообще-то не до пятого хода, они останутся здесь, наверное, навсегда. Угу. Текс, текс. Давай сюда поставим. Последний ход у нас. Ну что, девяточку можно, в принципе, шлепнуть. Или как нам лучше сделать? Девяточку шлепнуть. Не, ребята, другого выбора нету. Давай так сделаем. Куда он там смерть свою поставит? Понятно. Ну да, друзья мои. Почему-то я так и думал, что смерть у него там будет. Ну, естественно, я не мог бы подумать, что он его сюда поставит. По чесноку. По чесноку. Мы все ниже и ниже идем ко дну. Так, водички надо хлебнуть. Это из-за того, что, ребята, рыба соленая наелся. Просто. О, как хорошо. Так, значит, после четвертого хода все... все локации меняются местами. Ну, поехали. Уж не знаю, что там нам выпадет. Джессика Джонс. Ну, ладно. Давай, наверное, будем буститься нафиг. Так, что он там? Ну, вот он как, да? Давай я сделаю так. А он же будет ходить сейчас, да? Карнейдж?
Нет, у него здесь худ. Все, запечатали этих ребят. Просто тупо запечатали. Хотя, подожди, запечатали. Он же может... Да нет, ничего там не может. Да тихо, ты куда ты? Куда ты лезешь, броня? Ага. Очень интересно. Ну, сюда, естественно, будем ставить тигрицу белую под Вонга. Других вариантов пока нету. Ага. Демон. Нет, друзья мои, тогда мы немножко по-другому сделаем. Мы поставим с тобой... Почему Джессика у меня не этот? Ладно, хорошо, фиг с ним. Он же опять, да, свою смерть влепит. Так это будет выглядеть. Акое. И тут кто? Карнейдж. До свидания. Блин, я все равно проиграл. Блин, ну я не думал, что он Карнейджа поставит сюда. Ё-моё. Какого лешего ты не думал, Рэй? Тебе надо было ставить вот этого. Но он же открывался первым. Тогда надо было все-таки тигрицу выпускать. Какой ранг-то? Я уже, наверное, упал, да? До самого не хочу. Погнали. Надо что-то новеньким. Видимо, когда ты играешь долго на одной колоде, начинается вот эта вот хиромантия. Угадай, кто вернулся. Да кто? Паршивец какой-то. Карты в руках каждого игрока получает плюс один к стоимости. Я одного не понял, почему Джессика Джонс у меня не прокачалась. При перемещении сюда карта уничтожается. Ха-ха. Поехали вот так вот сделаем. Блин, спайдермена у меня, конечно, забарковали. Вместо 4-5 сделали 5-5. Давай так сделаем. А теперь если мы вот так сделаем. И вот. Подожди, какую он карту сбивает? Следующая разыгранная вам карта будет перемещена на одну локацию влево. Значит, не так сделали.
Сделаем вначале вот так и вот так. Погнали. И что у нас тут получается? Раз. Два-с. Подожди секунду. Раз, два-с, три-с. Вот так вот, да? Блин, сливаем по 8, по 4 балла. А получаем всего лишь каких-то 2. 2 замызганных балла. А, нет, нет, не взять, да? Вакуимаск? Как еще Вакуимаск? Вакуимаск. Ну и нафиг мне этот охламон нужен? Вот зачем мне этот Капитан Америка? Он мне даром не... Ох, он не даром не вперся. Так, потом, наверное, будем этого ставить, да? Зашибись. Ему тоже, да, поднасолили. Ну и прекрасно. Ну и прекрасно. Так, этого сейчас перетянем сюда. Шок-вейв. Шок-вейв. Дальше поставим вот Джессику Джонс. Пускай она здесь стоит. Молодец. Ой, погоди, 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 сейчас подумаю хорошо, как тут лучше сделать. Капитан Америка плюс один к силе каждому, да, дает. То есть мы сделаем так. И допустим... И допустим вот так. Толкни его. Угу. Ну что, тут тогда делаем немножко попроще. Хотя нет, лучше вот... Да нет, подожди, да, господи. Так, и вот так. И посмотрим, как он сможет перебить или нет. Так тебе это не поможет, парень. Тебе это вообще не поможет. 2 балла.
Так, слушай, две карты у нас какие-то могут улучшиться. У нас там мало, да, кредитов, по-моему. Анжела вроде бы. Вроде бы что-то на нее мы находили. Опа, Мистерио. Ну, как-то так. Ну что, дорогие друзья, давайте-ка мы на сегодня, наверное, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.